день! Приветствуем вас в Ярославле, главной большой и дружной семье информационных пунктов железнодорожных вокзалов России. У нас на Вятке свои порядки, и гостей мы встречаем так. В главном холле железнодорожного вокзала у нас располагается информационный сенсорный терминал, где гости нашего региона могут получить основную информацию о достопримечательностях и истории края. А если вам повезет, вот как сегодня, то вы можете встретить настоящую дымковскую барыню из прекрасных рук, которой вы получите туристическую карту. Добро пожаловать на Вятку и удачи вам, Ярославль главный! Коллеги, вас приветствует информационно-туристическая служба Свердловской области. Мы находимся в здании железнодорожного вокзала города Екатеринбург. Каждый день специалисты Центра развития туризма Свердловской области встречают гостей из других городов, регионов России, а также стран мира. Каждому обратившемуся в Центр развития туризма Свердловской области предоставляется бесплатная консультация о туристических ресурсах региона, а также возможность бесплатно получить путеводитель области, карту-схему региона, а также карту путеводителей по тематическим маршрутам для самостоятельных путешествий. Мы работаем каждый день и будем очень рады принять гостей и туристов из Ярославской области. Искренне ваш Центр развития туризма Свердловской области. Добро пожаловать! Большой сердечный привет от Самарского железнодорожного региона ТИС. Хотим вам немного рассказать о нашем городе. Чаще всего к нам обращаются туристы за помощью в процессе обращения, берут у нас туристические схемы и каталоги. Туристические схемы таких городов, как Самара, Сызрань, Тольятти, Самарская Луна, каталоги, инструкция по отдыху, красоты и загадки Самарской области, экскурсии, достопримечательности, также комментарии туристов. Для их удобства также у нас есть Т4, который предлагает уникальные возможности не только просмотра достопримечательностей, но и мгновенного бронирования. Желаем вам процветания, успехов и большого потока туристов.